Криминальная хроника. 17-летний казлардинец угнал две машины. Юноша смог проникнуть в закрытое авто и без ключа завести их. Но он не учел наличие камер видеонаблюдения, поэтому далеко не уехал. Полицейским не составило труда поймать автовора. Юноша вышел на дело 9 февраля. Тогда ему приглянулась машина марки «Део Нексия», стоявшая на пересечении улиц Джапаспай-Батыра и Корхтата. А на следующий день угнал припаркованную перед частным домом по улице Казахстан «Ниву». Преступление удалось раскрыть благодаря камерам видеонаблюдения. Обе украденные машины были найдены припаркованными в одном из дворов микрорайона Шхула. Парень скрывался в одной из машин. По данному факту проводится расследование. Заведено уголовное дело по статье 200, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.